Горнолыжный комплекс «Пилипец» расположен в высокогорном Закарпатье Украины. Приехать сюда можно на машине, дорога вполне приличная, но следует иметь в виду, что она лежит через высокогорные перевалы, а кроме того, это трасса Киев-Чоп, печально известная тем, что ее перекрывают местные жители в любых местах Украины. Удобнее всего сюда добираться по железной дороге. Любым поездом, едущим в сторону Чопа, доезжаете до станции Воловец, а оттуда до Пилипца любым автомобильным транспортом. Пилипец расположен в глубине горного ущелья на высоте 750 метров над уровнем моря. А гора Гымба, на склонах которой пролегают основные горнолыжные трассы, имеет высоту порядка 1,5 километров. Над уровнем моря, разумеется. Горнолыжные подъемники в Пилипце построены еще при советской власти, поэтому не блещут новизной и модерном, но функционируют вполне стабильно. Склоны горы Гымбы не изуродованы ратраками, и снежных пушек здесь нет. Зато много целины и живописных лесных тропинок для горнолыжного спуска. А натуральный снег, которого здесь вполне достаточно благодаря высокогорью, обеспечивает прекрасное скольжение. Подъемники в Пилипце расположены согласно здоровой логике, то есть сначала идет короткий бугель для начинающих, а потом длинный бугель и креселка, ведущие почти на самый верх горы. Верхняя станция длинного бугеля и креселки находится выше границы леса, и здесь довольно сурово. Отсюда можно подняться на самую вершину Гымбы, либо пешком, либо на снегоходе, либо, если соберется компания, на ратраке. Отсюда начинается самый длинный спуск с горы Гымбы с романтическим названием «Тропа любви». Я не знаю, кому могло прийти в голову заниматься любовью на таком морозе и при таком ветре, но эта трасса имеет протяженность около 10 километров. Приятной особенностью горнолыжных склонов Пилипца является тот факт, что практически с любой точки горы вы можете спуститься на лыжах прямо к порогу своей гостиницы, где бы она ни находилась в Пилипце. Кстати, о гостиницах и прочем местном соцкультбыте. Гостиницы здесь есть на любой вкус и на любой размер кошелька. И большинство гостиниц, прокатов и торговых точек расположены как раз у подъемников. С развлечениями в Пилипце не густо. Одна колыба и пара-тройка ресторанов и кафешек. Но здесь есть местная достопримечательность – водопад Шипит, который красив в любое время года. Но не следует забывать, что Пилипец находится в Закарпатье, а уж этот регион сказочно богат на всевозможные туристические объекты. Из Пилипца рукой подать до Мукачева, известного своими старинными замками и прочими древностями. Закарпатье богато на различные природные горячие источники. Сюда приезжают не только отдыхать, но и лечиться. А после горячих источников можно опять вернуться в Карпаты, чтобы насладиться горными лыжами.